Поставили диагноз. Бесплодие. А он знаешь, что сказал? Он сказал, что нормально. Нам вдвоем будет хорошо. Мария Зеленецкая выросла в детском доме. Нет никого, кто мог взять опеку над ее дочерью. Чего на мертвого злиться? О живых думать надо. Если я могу кому-то оказать помощь, то я обязана это сделать. Сильная ты. Премьера. В субботу. В 21:00 на канале «Россия».